когда он только в лигу два сезона назад появился, очень многие говорили, что «Что, Дикс у вас играет в лиге? Да что это такое?» То есть не понимали, да, так, а он сейчас уже раз. И еще момент у Мазякина, самому забросить не удалось, а потом Арсен Хисамутдинов становится первым молодым игроком, отличившимся в нынешнем матче звезд. В прошлом году многим удалось отметиться забросными шайбами и Кераськину, и Коваленко. И на виду они сейчас в составах своих команд. Ну что ж, хочется надеяться, что и Хисамутдинов в ближайшее время уже будет выступать за основу нижнекамского нефтехимика, забросить Спаса Мазякина. Честно говоря, моя мечта. Хотя, в общем, мечта имеет возможность осуществляться. Мне регулярно ассистирует Алексей Будюков в матчах за российскую прессу, только я забросить не могу. Есть одна проблема, но мы верим, что когда-нибудь я научусь варить суп, выпущу стенгазету и забью с передачи Алексея Будюкова.